Я выполнял задание. Ты отправился на остров Возрождения вопреки приказу. Штайнер был зачем, там. Зачем, Мейсон? Должен был убить Штайнера. Но на остров уже направлялись Хадсон и ЦРУ, чтобы взять Штайнера. Зачем ты полез? А вот Драбович, секрет. Кравченко, Штайнер должны были умереть. Штайнер нужен был нам живым. Столько морд. Зачем ты убил его? Мне велели это сделать цифры. Неужели вам непонятно? Цифры, цифры. Во всем виноваты цифры. Так, ну что, ну Москва. По Москве вроде не бегаем. Нету ни одного момента, где бегать по Москве надо. По Нью-Йорку бегали, по Гонконгу бегали, Африка бегали, Вьетнам бегали. Даже во Вторую мировую бегали. Ну, по Москве не бегали. Так что не надо. Че, ну документы. Опять? Гипноз. Нейропрограммирование. На канале Asmodee Play. Вот. Ясно. Если так, то эхо, наверное. Мейсон направляется в центр биологического оружия на острове Возрождения в СССР. Наконец-то. Штайнер был наш. Штайнер. Мы на месте. На нем самом. Остров Возрождения. Источник яда Драговича. Вот они, чё погоны-то, генералиссимус? Они готовятся к доставке. Такие звезды прячете. Не при мне. Главнокомандующий войск, что ли, или что-то? Откуда звезды еще такие? Немного. Молодец. Еще обезьяны? У нас их что, не хватает? Разгружай, Юра. Приказано освободить место для аппаратуры. Юра. Юра. Че? Разгружай. Хорош жаловаться. Грузи клетки на пристань. Я должен проверить остаток груза. Я не понял. А вон. Давай, Мейсон. Открываем. Бери топор. Хоп. Замечательно. Их слишком много, Мейсон. Главное не привлекать внимание. Вот так вот. Держаться в тени. Избегать лучей прожекторов. Конечно. Джим. Ну что, ты меня ждешь? Быстро! Я тебя жду, ты меня ждешь. Внимание! Всем сотрудникам с уровнем доступа 3 пройти на пристань 2. Корабль отправляется через 5 минут. Потихонечку. Сотрудники с уровнем доступа 3 и 2 ждут тебя. Началась эвакуация комплекса. Они знают, что мы здесь. Изоляция сектора Е через 3 минуты. И мы знаем, что они знают. И что? Это точно американцы? Да, вас понял. Я передам сообщение. Тебя заметили! Меня? А почему это меня? Ни хрена там, топором-то хрен помашешь. Ну, помашешь, конечно, но не всех же завалить-то. Заново? Бери топор. Да. Их ничего слишком себе, много, Майсон. Почему меня-то заметили? Тебя не заметили, меня заметили. Держаться в тени. Избегать лучей прожекторов. Меня еще обвини. Так. Почему меня-то, главное, не заметили? Вот вообще не понимаю справедливости твоих действий. Вперед! Пойдем. Быстрее, не быстрее. Шевели потом. Внимание! Всем сотрудникам с уровнем доступа 3 пройти на пристань 2. Корабль отправляется через 5 минут. Кстати, почему у меня нет автомата? Сотрудники с уровнем доступности
51 и 2. Что это делает топором? Изоляция комплекса. Они знают, что мы здесь. Изоляция сектора Е через 3 минуты. Это точно американцы? Да, вас понял. Я передам сообщение. Тебя заметили! Опять? А почему не тебя? Да тихо ты. Откуда меня заметь? Падла, все. Я сейчас не буду тебя слушать и пойду в другую сторону. Не буду с тобой рядышком находиться. Это с тобой что-то опасно. Бери топор. Этот мужик у меня уже... Их слишком много, Майсон. Главное не привлекать внимания. Один и тот же. Держаться в тени. Избегать лучей прожектора. Шевелись. Луч прожектора. Прожектор перед Хилтоном тоже был. Вообще, кажется, за тобой не совсем всегда следовать-то надо. Как ты уводишь? Как Сусанин, нахуй. Вперед! Быстро! Пойдем. Вот до этого момента еще можно тебя слушать, потом даже всем сотрудникам с уровнем доступа 3 пройти на пристань 2. Корабль отправляется через 5 минут. Сотрудники с уровнем доступности 1 и 2 ждут и дальнейших указаний. Началась эвакуация комплекса. Они знают, что мы здесь. Изоляция сектора Е через 3 минуты. Это точно американцы? Да, вас понял. Я передам сообщение. Тебя заметили! Опять меня? Блин. Меня заметили. Может, его завалить надо, чтобы меня не замечали? Вот какой-то глазастый у него. Бери топор. На. Все, нету. Да бросай его. Их тут. Их слишком много, Майсон. Главное не привлекать внимания. Обезьяны. Съешьте его. В тени. Избегать лучей прожекторов. Конечно. Так. Будем валить его, значит. Чтобы не замечал. Крановщик? Крановщик нас не сдаст? Вперед! Быстро! А где крановщик? Внимание! Всем сотрудникам с уровнем доступа 3 пройти на пристань 2. Корабль отправляется через 5 минут. Сотрудники с уровнем доступности 1 и 2 ждут и дальнейших указаний. Началась эвакуация комплекса. Они знают, что мы здесь. Изоляция сектора Е через 3 минуты. Да. А все-таки его надо было долбить. Падла. Глаза стал. Отлично, друг мой. За мной. Вертолет идет на второй заход. Надо спрятаться в другом месте. Хорошо. Он и так за тобой. Куда уж дальше-то? Стой! Не двигайся! Не собирался. Ну, вдруг посреди улицы, если думаешь, не побеспокоить? Не заметили. Давай. Беги, беги. Чего похоже на куртку, а у меня нету такой. Ну, я так думаю, что у меня нету. Волонский, почему ты не на посту? Давай. Вау. А тут мало ли кто мог быть. Замечательно. Мы уже близко, Майсон. Мы сможем попасть в лабораторию Штайнера через крышу. Пойдем. Кто там, еще что-нибудь, нет? Сюрпризов нет? Объявлена тревога. У нас-то они не знают, где он. Надо добраться до него первыми. Нас-то они еще не спалили. Мы поднимемся по шахте лифта. Где мы? Всем работникам лаборатории надлежит вниз проследовать в указанные места. Комплекс находится на военном положении. Невыполнение приказов приведет к немедленному вниз аресту. Ну а что с ними будет? Комплекс. Мне приказано доставить ключевой персонал к корабля. Другой отряд занимается гражданским. Так,
вижу! Нужен доктор! Вот он! Что сделаю? Головы гранатакую! Граната! Граната. Вижу их! Вот граната. Легко. Товарища ранило! Товарища? Я его вижу! У вас тоже есть товарищи? Раненый! Вот он! Скоро его не пущу! Спокойно. Раненый! Он у меня на мухе! Да тихо. Открой меня! Перезарядиться! Блин, а так все хорошо начиналось. Все так хорошо начиналось. Ага, постепенно. Понятно! Поле зрения! Скоро его не будет! Тихо! Много целей! Стой! Уничтожи! Старитера! Я ж тебя... Чё, не добил, что ли? Я вижу, ну, бывает. Какой держись. Сюда. Вот они. Раненые! С какими-то рюкзаками. Подержаю. С какого хрена у вас лишь мешок-то? Вы же не на полевом выходе. Вот, подождите. Утверждай. Осторожнее, друг мой. Соблюдайте спокойствие. Служба безопасности острова. Мейсон, это Хартон. Мы знаем, что ты на острове Возрождения. Да. Ответь, Мейсон. Тихо. Блин, контрольная точка, блин. Ладно, подожди. Сейчас я тебя попробую расхреначить. Это Хартон. Мы знаем, что ты на острове Возрождения. Ответь, Мейсон. Ага. Сюда нельзя заходить. Все понятно. Сюда не зайдем. Это Хартон. Мы знаем, что ты на острове Возрождения. Ответь, Мейсон. Так. Да. Граната! Товарища ранило! Граната! Я их вижу! Видит он. Эритинская! Вот они! Я вижу, это я! Тихо, по мне сзади. Кто-то палит. Будет сделаю! Давай. Люди Драговича сгоняют всех, кто есть на острове. Давай, свинь. Всех ненужных для дальнейшей работы просто казнят. Поскорее, иначе меня тоже убьют. Что значит тоже? Фридрих Штайнер. Здравствуй, немец. Тебе конец. Тварь вонючая. Фашист. Медленнее убивай его. А помнишь, как дерзко ты сказал? Отвезти тебя. Ты не знаешь. Я все что знаю. Что с тобой сделали? Все Майкл, знаю. Отзовись. Падла ты вонючая. Твое зло лишило жизни многих людей. Давай. Довольно. Помнишь, как он сказал, привести меня? Меня сидел. Вы не остановите нову. Давай по пальчику ему вырывай. Вырывай. Нову. Ведь я Виктор Резнов. Нет. И я отомщу. Правильно? Богом клянусь, именно так умер Штайнер. От руки Резнова! Ты лжешь, Мейсон! Ты убил Штайнера, мы знаем точно! Резнов получил то, что хотел. Возможность отомстить. Джейсон Хадсон написал отчет. Виктор Резнов не убивал Фридриха Штайнера. Хадсон все видел. Что видел?
За 20 минут до этого агенты Хадсон и Уивер в южной части острова. Передача код Альфа. Уивер! Продолжай, Хадсон. Давай, биологическое оружие на острове возрождения СССР. Надо пробраться через исследовательский комплекс и спасти Штайнера. Глядите в оба. Янки, мы выдвигаемся. Альфа, двинулись. Вас понял, мы движемся. Понятно. Эвакуация уже началась. Уничтожь РПГ! Один на крыше! Огонь в направлении! Черт! Бойца ранен! Я его вижу! Проверить крышу! Утверждаю! Слежу за ними! Вот он! Ну-ка, цели! Смотри, куда стреляешь! А, это да. Направо! Это дорога к лаборатории! Спокойно. Вот он! Понял! Держу их огнем! Где? Вражеский транспорт обязан! Раненые! Срочно двое подъезд в лаборатории! Янки должны зайти с запада! Кто тут еще остался? Принято! Альфа, вперед! Уже идем! Противник на балконе! Легко! Я его вижу! Элита! Множественные контакты на дороге! Хатон, наши позиции приближаются Ми-8! Ясно, разберемся! Спокойно. Я подъезжаю! Нужен доктор! Я... Не вижу. Ой, санитара, сюда! Антон, направление! Вот он! Он в моем поле зрения! Давай на поражение! Конечно, на поражение, тут никого не осталось. А мы медленно ползем. Противник убит! Ми-8, прямо по курсу! Укрытие! Мы где? На прицеле! Шевелитесь! Ложись! Подожди, что? Это по сюжету? Это по сюжету. Снова 6! Защитные костюмы, быстро! Вот так. Альфа, двинулись вперед! Берегите костюмы! Повредите костюм, сдохните за минуту! Давай. Минимы, на 6 часов, принято. Давай. Да. Не вижу. Товарища ранило! Товарищ? Убирайся! Тамбовский волк тебе, товарищ. Скоро его не будет! Тихо. Группа Янки зачистила западную часть периметра. Идем на север. Продолжаем движение на запад! Блин. Ага. Ваш костюм поврежден. Ой-ой-ой. Медицинская! Группа Янки зачистила западную часть периметра. Идем на север. Продолжаем движение на запад! Ничего! Сколько вас там? Блин, не получилось. У вас слишком много там. Ну-ка, у меня есть гранатомет под стволом. Это что, это дробовик?
Вообще не то. Группа Янки зачистила западную часть периметра. Идем на север. Продолжаем движение на запад. Ох ты. У меня такая штука была, я не пользовался. Давайте. У нас раненые! Так. Какая прелесть. Ну, предположим, я вот сюда добежал. Где еще? Опа. Да опа. Кидаю осколочную. Черт, граната! Граната пошла. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Всех загасили. Их тут двое было. Мы заходим к ним с фланга. Идем на север. Приказ понял. Нас обстреливают с вертолетов. Держитесь. Мы в полукилометре к югу от лаборатории. Санитар! Контакт! Погасы! Держу их огнем! Суплы в поле 3! Не нужно заряжаться! Давай. Я уже перезаряжаюсь. Держись! Вот так вот не видишь и перепрыгнуть-то. Держи в поле зрения! Мы заходим к ним с фланга. Идем на север. Приказ понял. Нас обстреливают с вертолетов. Оп. Держитесь. Мы в полукилометре к югу от лаборатории. Группа Альфа, нас обстреливает противник. Нужна поддержка. Тихо. Прием. Мы идем, Уивер. Держись. Янки, отходите от БТРа. Нас раскатают. Уивер. Нифига. Надо сразу заранее знать. У нас прижали. Сразу надо. Надо знать сразу. Группа Альфа, нас обстреливает противник. Нужна поддержка. Прием. Мы идем, Уивер. Держись. Янки, отходите от БТРа! Нас раскатают! Уивер! Так. Мы живы, Хадсон. Но нас прижали. Они жмут с востока. Принято! Восток. Запад. Вон они! Накрой! С какой стороны? Уже цепи! Так точно! Я кидаю гранату! Противник уничтожен! Спей вертушки стрелой! Ага. Кидай гранату! Сбей, вертушки. А где? Держи поле зрения! Хадсон, мне надо... ты должен сбить эти вертушки! Давай! Давай на поражение! Да не это! Да, я понял! Вот! Подожди! Подожди, подожди! Да. А, вот так вот. Давай. Так. Вот туда. Санитара! Он у меня прицел. Где, 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 где? Даже не знаю, это мне надо. Нет, нет, вот он, вот он. Так. Обойти надо. Ай-яй-яй-яй-яй. Я вижу, это я. Где ты? Никого не вижу. Я вроде как один тут. Давайте, 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 ребятушки. Успокойтесь, ребятушки. Опустите свои пушки. Огонь
Я прибуду скоро, дети, но уже в бронежилете. Да. Да. Чтоб не тронуться умом, бейте себе об стенку лбом. Да. Ух ты. Граната пошла. Давай. Мне надо хотя бы немножечко. Давай, да. Вижу, они на крыше. Так ты их видишь, я-то. Вот он. Один на крыше. Сейчас покажем. Вижу их. Так, стоп, стоп. Тихо. Движение у караулки. Он у меня на мушке. Я его вижу. Он убит. Блин, специально тебе еще ждал. Громили. Так, у караулки. Противник уничтожен. Как это? Кто по мне стрелял? Одну секунду. Так, ладно. Да. Граната пошла. Я его вижу. Кидай гранату. Ты его убил. Ты его убил. Конечно, я его убил. Противник уничтожен. От вас-то хрен чего дождешь. Я так богатым. Я подружаю. Я его вижу! Сейчас взорвемся! Бросаю гранату! Прикрою! Много целей! Тихо! Хорошо! Беги! Отрежу крыши! Вот он! Лица! Они на крыше! Я их сделал! Давай, в мясо их! Я тебя потерплю! Нет, 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 нет! Только не от глупой гранаты! Так. Сюда! Здесь мы и поймаем Штайнера! Сюда! Лаборатория под нами! Тихо! Удержаем! Контакт погасен! Санитара! Что надо сделать? Нужно пройти через отсек санобработки! Хорошо, пошли. Мейсон, это Хадсон. Мы знаем, что ты на острове Возрождения. Ответь, Мейсон. Некогда ему. Ищем Штайнера. Мейсон, это Хадсон. Ты здесь? Да я его накрыл. Он у меня в прицеле. Он мой угол зрения. Залетал сюда. У меня что, пули заражены, что их так корежит? Пойдем. Где? Где я должен быть? Это он. Что он делает, черт побери? Убивает всех, кто встанет между ним и Штайнером. Молодец. Похвально. Я горжусь тобой. А теперь... Да где ж ты, тварь-то? Вау, смотрите, живой. Да. А, вот. Как Хадсон, раз прошелся. Они нас не видят. Что было, а? Это Штайнер. Пытается выйти с нами на связь. Штайнер, что происходит? Штайнер, кто у вас? Люди Драговича сгоняют всех, кто есть на острове. Всех ненужных для дальнейшего. Я что-то не понял. А этот что там наполовину в дверях застрявший? Куда они все? Они нас не видят. Ай. Может, их и не надо убивать. Или надо будет. Что это было, а? Это Штайнер. Пытается выйти с нами на связь. Штайнер, что происходит?
Штайнер, тихо. Что у вас? Люди Драговича сгоняют всех, кто есть на острове. Всех ненужных для дальнейшей работы. Просто казнят. Да. Поскорее, иначе меня тоже убьют. Где ты? Вот, смотрите. Цель поражена! Держись, товарищ! Пополам, что ли, или как тебя? Разбито. Голову! Конечно, в голову. Но. Куда надо-то? А, о! Что там? 1-2. Мейсон! И вот сама картина. Мейсон, что ты делаешь? Разбивай окно. Назад, назад, Мейсон! Спасите! Меня зовут Виктор Изно. И я отомщу. Ух ты! Ух ты! Мейсон, нет! Ничего ты себе позволяешь. Вольности такие. Ох ты, мне еще и по рылу досталось. Вот так вот тебе. Я цел. Такой спаситель. Он мертв. А что, Резнов, перебежчик? Помню Рефин, ну и хер с ним. Не выйдет, его не было. Не поверю, пока сам не увижу. Что они сделали с тобой в Иркуте, Мейсон? Господи, у тебя так глаза и нету. Штайнер мертв. Мейсон, последняя связь с передачей цифр. Давай, не мы. Надо забрать здесь его. Идем. Живых остался, я попал, спасибо. Так мы выйдем на причал. Это Уивер. Объект у нас, мы уже идем. Вас понял, мы движемся к причалу. Пойдем, покидаем остров. Что с тобой сделали, Мейсон? Ответ гадай. Мейсон, друг мой, скажи, во что остается верить, когда тебя предают свои же, когда весь ты, все то, что ты сделал, оказывается погребено под слоем лжи и коррупции. Я умру в этом проклятом месте. Единственное, что не дает мне опустить руки, это жажда мести. Их нужно остановить, Мейсон, Драгович, Штайнер, Кравченко. Их нужно убить. Ну а цифры-то при чем? Какую роль они-то играют в этом программировании? Бесполезно. У нас нет времени. Нельзя прекращать. Он был в Иркуте. Он знает, как передавать коды. Он слышал передачи, которые, по нашим сведениям, содержали координаты цели. Эти данные у него в голове. Он знает, где искать. Нужно добраться до бункера. Уровень готовности 2. Ты уже испробовал все. Еще нет. 4, 6, 2, 9, 3. Ну давай смотрим. Проваливай, Уивер! Скажешь им, что мы не смогли узнать, откуда идет вещание. Хочешь умереть с ним? Твой выбор. Вот так. Черт! Как ты не понимаешь? Он мертв, Мейсон! Слышишь меня? Мертв! Да, сейчас. Уивер прав. У нас нет времени. Я знаю, что с тобой сделали. Знаю тебя. Я знаю, ты не предатель. Я знаю, да. На. Знает он. Плохо ты меня знаешь. Откуда их передают? Да если б я знал бы. Цифры. Числа. Что? Что они значат? 50 метров. Бежать. Резнов! Ты где? Знаете, мне тоже не объясняли, Резнов! Что это за цифры и для чего они нужны. Как я могу вам рассказать то, чего сам не знаю? Это же бред. Я хотел убить Штайнера. Опять слышу чертовы цифры. Ты опять? Надо было убить тебя в Иркуте. Подожди немного. Дай ему отдохнуть. Когда придет в себя, повысь напряжение в 2 раза. Я помню. Воркута. Так.
Объекту были успешно имплантированы знания о числовых последовательностях. Ну и в чем проблема? Его реакция на наши приказы была случайной, непредсказуемой. Удивительно, но он сопротивляется. Еще бы. Он необычен, а типичен. Это как? У него редкая сила воли. Это да. Это я умею. С другими подопытными мы достигли больших успехов. Если он не сможет выполнять приказы, зашифрованные в числах, мне он бесполезен. Пусть гниет. Унести его обратно в камеру. Больно! Боже, как больно! Не способен выполнять приказы, зашифрованные в числах. А как их расшифровывать-то? Заход на цель! Освальд! Раскрыть! В Воркуте мы все здесь братья. Резнов, ты уверен, что ему можно верить? Полностью. Да. Мы и он не так различаемся. Все мы солдаты, лишенные армии. Преданный, забытый, покинутый. Мейсон. Каждый мой эпизод. Ты должен жить. Мы должны бежать. Я знаю это. Слишком хорошо. Мы братья Мейсон. Мы одинаковые. Давай. Кеннеди. Джон. Пять. Фиджеральд. Четыре. Три. Мне сказали, что вы у нас лучший из агентов. Кеннеди, мы самый лучший. Ой, добыть того не может, он у них вроде самый разумный был. 15 секунд. Кабель мачта отошла. 13, 12, 11, 10, зажигание, 9, 8, ракета. Предварительное, 2, 1, главное. Очень доволен. Старт, подъем, я должен увидеть тело. Я уже говорил, Штайнер на острове Возрождения, нам пришлось убить его. Нам? Виктору Резнову? Мы хотели одного. Одного. Беги. Что он делает, черт побери? Ух ты. Выбил из колеи меня. Боль трудно вынести, правда? Да. Я знаю это. Слишком хорошо. Мы братья Мейсон. Мы одинаковые. А, ты меня программируешь сейчас. Кравченко, Штайнер, должны умереть. Драгович не смог тебе промыть мозги. Но у Резнова был свой план. Мейсон. Резнов, как ты выбрался из Воркуты? Не думал, что выживешь. Он никогда не был во Вьетнаме. Настоящий перемещик с планами Новый 6 погиб во время атаки на военный комплекс там, во Вьетнаме. Он никогда не бывал в туннелях. Что с тобой такое? Да. А кто мне дверь открывал? Сюда! Он не уйдет! Он никогда не был на острове Возрождения. И тебя! Вот так. Раздвоение личности. Нет! Мейсон! Шизофрения. Прекрасно. Мейсон, нет! Мейсон, да. А кто стрелял тогда? Кто вел? Виктор Резнов уже 5 лет как мертв. Он умер в Воркуте во время побега. Ты думал, что он с тобой, а он был в твоей голове. Я верил ему. Поэтому и сработало. Это был их ответ проекту МК Ультра. Драгович приказал тебе убить Кеннеди, но Резнов этому помешал. Он хотел отомстить Драговичу за все. Драгович, Кравченко, Штайнер — три новые жертвы. В твоей памяти есть провалы. Периоды, когда ты пропадал без вести, и мы не знали, где ты. Но теперь, когда мы вправили тебе мозги, память должна вернуться. Нужно уходить. Они скоро выпустят Нову-6. Сотни спящих агентов в столице каждого штата готовы отравить своих сограждан этим ядом. Когда Штайнер умер, мы потеряли шанс найти источник передачи цифр. В Воркуте тебя запрограммировали переводить коды. Только ты можешь сказать нам, что они значат.
Нова-6 — лишь одна из операций со спящими агентами. Но я уверен, были и другие, о которых мы даже не знаем. Мы записали коды. Мы проигрывали их тебе снова и снова часами. Но нам пока не удалось сломать твою программу. Мейсон, это последняя попытка. Послушай, заклинаю, послушай еще раз! Ну, слушай. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Я узнал! Воркута! Подарок. Ты не знаешь, что с тобой сделали! Объекту были успешно имплантированы знания о числовых последовательностях. Ну давай, башкой-то ты крутишь. Внимание всем агентам! Наши новые союзники на Кубе дали разрешение на создание новой, постоянной станции радиопередач на их территории. С этого момента и до запуска проекта НОВА все инструкции будут передаваться по этому каналу. Ваш план по нанесению удара в самое сердце западной цивилизации начал осуществляться. Ожидайте дальнейших приказов. Хорошо. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Русалка. Постоянной станции радиопередач на их территории. Все инструкции будут передаваться по этому каналу. Я знаю, где расположена станция. На корабле. Я видел его очень давно. Русалка. Где? На канале Asmodee Play. Куба. Коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода, сам наш образ жизни под угрозой. Наш план нанести удар в самое сердце Запада начал осуществляться. Его надо остановить, Майс. У него нет страха, совести, слабости. Да, по всей Америке Драгович разместил агентов, ждущих сигнала для выпуска новой шеи. Мне сказали, что вы лучший из наших агентов. Самый лучший. Драгович, Кравченко, Штайнер. Не подведите. Драгович, Кравченко, Штайнер. Их надо убить. Мистер Мейсон. Да.